Добрый вечер. А теперь о главном. Число зараженных коронавирусом в Кыргызстане приближается к 500. Но, к счастью, новых жертв нет. Как и неделю назад, их 5. Однако увеличивается доля зараженных медиков – около 24%, что выше среднестатистических 20%. Но в Нидерландах, например, в начале недели было 26%. В школах же Кыргызстана ученики и учителя привыкают к дистанционному обучению. Много говорилось, что некоторые семьи, особенно на селе, не имеют телевизоров или выхода в интернет. Но вот в Португалии, являющейся членом Евросоюза, тоже в семьях около 200 тысяч учащихся не оказалось компьютеров или интернет-связи. Однако власти страны быстро наладили почтовые сообщения, и теперь почтальоны берут в школах учебные материалы, развозят их ученикам, а затем собирают выполненные задания. А вот Дания, первая среди европейских стран, с 15 апреля вновь открыла детские сады и школы. В Италии же и Испании, наиболее пострадавших странах, постепенно открываются магазины бытовых товаров, вновь начинают работать заводы и стройки. Еврокомиссия в Брюсселе решила, что каждая страна может сама принимать подобные решения, но они должны быть постепенными и скоординированными в рамках ЕС. Во-первых, должно быть отмечено устойчивое снижение числа заражений. Во-вторых, система здравоохранения должна быть готова отреагировать на новые вспышки, если они последуют, не подвергая опасности жизни тех, кто уже находится в больницах. И в-третьих, необходимо отслеживать круг контактов заболевших, но так, чтобы не нарушать европейские нормы по защите частной жизни и информации. А чтобы отслеживать контакты зараженных граждан, Еврокомиссия предложила определять их местонахождение по мобильным телефонам, против чего выступили некоторые правозащитники, считая это вторжением в личную жизнь и предложив, что такие приложения можно использовать только с согласия владельцев смартфонов. Однако специалисты уже разработали систему отслеживания с сохранением конфиденциальности. Нам не нужно использовать вашу геолокацию, ваш номер телефона, использовать ваш адрес или что-либо такое. Все, что мы делаем, это определяем ваше примерное местонахождение относительно других пользователей. То есть нам нужно понять, как близко вы были с кем-нибудь еще. И если мы проследим за вашей физической активностью, как много вы передвигались, этого будет достаточно. То есть суть в том, что мы можем взять пандемию под контроль, не вторгаясь в личную сферу. Американский же телеканал Fox News заявил вчера, 16 апреля, что первым заразившимся был сотрудник вирусологической лаборатории в городе Ухань. Днем ранее, 15 апреля, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в недооценке опасности, а Всемирную организацию здравоохранения, что она не разглядела угрозу и распространяла китайскую дезинформацию. И Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Они в ВОЗ очень сильно раскритиковали меня, когда я сказал, что мы собираемся запретить рейсы в Китай и из Китая, в первую очередь из некоторых районов этой страны, а потом из всего Китая в целом. Нас за это яростно критиковали. Но и Всемирная организация здравоохранения, и весь мир поступили неправильно. Я имею в виду, что они во многом ошиблись, были неправы. Они очень сильно минимизировали угрозу. В США сейчас более 670 тысяч инфицированных. Умерло от ковида около 33 тысяч человек, более чем в любой другой стране. Однако Трамп заявил, что пик эпидемии пройден, и мотор американской экономики снова будет включен. В Швеции же некоторые компании отправляют своих сотрудников в отпуск, но при этом те участвуют в программах помощи персоналу больниц и домов престарелых. Нам и в самом Стокгольме, и в пригородах очень нужны рабочие руки, умеющие обращаться с людьми, в том числе и с пожилыми. Именно старшее поколение оказывается самым незащищенным к инфекциям. Медсестра Ридебек считает, что сегодня шведская модель солидарности наиболее оптимальна. Многие предприятия не работают, но государству нужны работники, и никто не должен сидеть сложа руки. Это была программа «О главном». Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.